А что мне было делать? Они гнались за беременной девушкой. Я же не мог ее бросить. Ты видела? Просто не выношу. Что? Как он перестраивается без поворотника? Ну что сложного врубить поворотник? Ну вот опять. Палец всего на сантиметр подвинул, и включаешь поворотник. Ну вот почему эти уроды ленивые даже не могут пальцем на сантиметр пошевелить, чтобы безопасно ездить? Хочешь знать почему? Нет вообще-то. Потому что богатым засранцам приходится быть грубыми и самодовольными, чтобы заработать деньги, а когда они за рулем, то они уже просто привыкают и становятся грубыми и самодовольными водилами. Это у них в крови. Сраный. Так, ну все. Сколько же в тебе злости? Если не ошибаюсь, тебе это нравилось.